Привет, друзья, с вами Айми, я продолжаю проходить Гримрок 2, и, по сути, осталось убить босса здесь и еще кое-что, так что это, скорее всего, финальная серия. А перед тем, как убивать босса здесь, я хочу сделать пару вещей. Во-первых, мне нужно значительно больше бутылок. Заранее. Штук так по 10 на основных двух персонажей, ну, на танков. И немножко на остальных. Ну, в принципе... 10 есть, здесь 0. Так, мне не нужен этот меч, мне... Ну, пусть остается коса, и это фиговина. Бомбы электрические точно не нужны, противоядие... Пусть лежит, но оно не очень нужно. Ярость пригодится. Я хочу также расставить все одинаково у всех, чтобы быстрее использовать. Правый верхний угол у меня будет бутылкой. Я думаю, даже не... Не по 10, а можно немножко поменьше, там штук по 8. Нормально будет. А на этих я не буду делать бутылки заранее, наверное, потому что... Что у них с весом? Ну, по 2, допустим. Влезет? Влезет. Нет, сюда не влезет. Что я могу выкинуть? Я могу выкинуть... Этот посох, я могу вытянуть факел, который нафиг не нужен, я могу вытянуть лук, который нафиг не нужен, коробку, которая нафиг не нужна, а вторую коробку, которая нафиг не нужна. Окей. Ну и остальное можно пока оставить. Итак. Эти бутылки есть. Воскрешение все будет у алхимика. Ладно, это пока что тоже не нужно. Противоядие и... Ну, щит нужен всем. Как делается щит? Где у меня рецепты? Это лечение, это ярость. Blood Drop — это фиговина. Да, желтая и красная — это ярость. Ярости тоже нужно немножко сделать. Штуки по 2 на каждого, наверное. Из первых двух. Потому что на остальных ярость не нужна, потому что она силу повышает. А сила магу и стрелку ничего не дает. Да. Что дальше? Противоядие, антидот не нужны. Скорость. Одна вот эта фиговина, две вот этих фиговины, окей. Скорость раз. Два. Наверное, тоже где-то по 2 каждому. И это надо уже каждому. Потому что скорость на всех влияет, она просто уменьшает все кулдауны. Так, и еще 2. Нет, не мешок. Вот эта фигня. Сюда. И теперь мне нужно еще зелье щита на всех сделать. Ага. Тоже по несколько штук. Я думаю, что типа 3. Так. 2. 3. И еще 3. И потом еще 3, правильно? Да, на этого парня еще 2 нужно. Или точнее даже 1. Так, тут 3, тут 3, тут 4. Вообще ничего не нужно. Окей, тут 3. Скорости здесь больше, но это не так уж важно. Ладно. Ну и теперь можно сделать там немножко бутылок маны, потому что они нужны магу. У меня кончается эта трава магическая. Это немножко проблема. Потому что магу нужно... Опс, нет. Да, вот так. Магу нужно много бутылок маны. Ну, штук 9, да. И, наверное, по одной всем остальным, ну, по крайней мере, первым. Ну, хотя, нет, Минотавру вообще не нужно. Он не использует свою обилку, потому что у него нет магии огня. А вот здесь вот пригодится, чтобы просто использовать силовую атаку. Окей, вроде все похоже. Я мог бы сделать еще бутылок вот этих вот, которые превращают в медведей персонажей, но опять же для этого нужно... Хотя для этого нужно только то, что у меня есть массово. Так что парочку я сделаю. Пусть просто здесь пока что лежат. Сойдет. Хватает? Нет, не хватает веса.
Что тут вообще столько весит? Так должно хватать, да? Так хватает веса. Окей, и теперь я уже могу без особых проблем, наверное, пойти и убить этого босса, и потом, может быть, мне еще хватит всего остального, чтобы убить остальных боссов. Бутылки все расставлены примерно правильно. Возможно, еще парочку скорости нужно сделать. Скорость так. По одному на каждого. А, нет, наоборот. Вот так. И так. Чтобы по три у всех было. Окей, три скорости, три щита, по два ярости, по 8 у танков лечения. Плюс у меня есть кристаллы для защиты, которые я не хочу здесь тратить. Плюс у меня есть куча кристаллов для оживления всей партии. Хорошо, я их так сэкономил. Ледяные бомбы бессмысленны. Огненные пригодятся, может быть. Ну окей. Квиксейв на всякий случай. Окей. Этот босс на самом деле не такой уж сложный. Я, в принципе, наверное, даже буду использовать арбалет пока что. У него щит. Что нужно делать против его щита? Или... А, нужно убить всех, понятно. Он иногда суммонит кучу ереси, которую нужно убить, чтобы у него щит выключился. При этом сам он то ли ничего не делает вообще, то ли что-то делает только если я близко к нему подойду. Так что это не проблема. Тем более, что эта ересь какая-то дохлая и умирает с одного попадания. Ну, с одного попадания молотком этим, по крайней мере. Пока что, я думаю, мне даже бутылки щита не особенно нужны против этой ереси. Да и, в принципе, против этого босса, ну, может быть, я что-нибудь применю. Я применю скорость, наверное, чтобы быстрее все убивать. Кританула. Окей. Ага, он выключает свой щит, когда у него один еще союзник остается. Это немножко проблема. Ну, теперь я могу его дамажить. Он занимает больше одной клетки, по-моему. Или... Да, он больше одной клетки занимает. Также он довольно прилично дамажит. Ау. Можно его довольно просто убивать дальним боем. То есть издалека он... Ну, он может что-то сделать. Но он немногое может сделать издалека. Ау. Я постоянно промахиваюсь в том плане, что я... Думаю, что я мимо него пройду, а на самом деле я мимо него не прохожу. Окей. Я думаю, все-таки мне нужно скорости как минимум этим двоим. И считаем же. Ау. А, он меня оттолкнул. Окей, новые враги, крысы. Он каждый раз разных врагов сумонит. Так, почему ты умираешь? Почему ты умираешь? Потому что он так оттолкнул и задамажил всех. То есть я видел, что он задамажил всех. Я не думал, что он настолько задамажил всех. Также внезапно ночь. По-моему, ночь это она просто внезапно началась. Так, а не от босс-файта. Надо было, наверное, подождать до утра перед тем, как с ним начинать воевать. Ну ладно. Нужно следить за тем, кого я последним убиваю. В идеале последним нужно оставить этого вот волка, варга или кто он там. Варги это вроде те, которые потолще. Побольше такие. Ну нет, даже когда два остается, он включает. Выключает свой щит. Включает, выключает свой щит. Да почему ты оторвал им руку? Еще скорости. И этой фигни, в принципе, ярость тоже не помешает. Так, я хочу прямо перед ним быть. Хотя нет, я не хочу прямо перед ним быть. Слови-ка ты бомбу, когда он меня отпустит. Да. Вылечится. Вылечится магу, наверное. Все, он включил щит, и это последний суммон. Как-то я его быстро убиваю. В том плане, что у него мало... Ау! В том плане, что у него мало жизни. Хреновина, умри уже. Что мне сломали рыцарю?
голову. Окей. А. Черт. Ага, к нему подходить все-таки не стоит. У мага кончились бутылки. Наверное, так. Там сломали ноги, но это пофиг. Ноги — это реген энергии. Реген энергии мне сейчас не очень нужен. Окаменение — это нехорошо. Оно вроде бы проходит со временем. Окей, эта хрень тоже умерла. И дропнул кристалл. Кристалл — это офигенно. А, но у босса осталось уже очень мало жизни. Нет, противоядие не работает от окаменения. Антидот, возможно. Все, он кончился. Да, он кончился. И он дропнул последний кристалл. И кроме этого, он дропнул все болты, которые я в него выстроил. И кроме этого, тут все, кучу всего дропнуло. Так, нужен ли мне антидот? Я не помню. Из чего делается антидот? Антидот. Угу. У меня мало этого всего. Да, нужен. Черт. Противоядие. И я Нет, я не отдохну, я сварю себе еще одну бутылку жизни и потом отдохну. Чтобы восстановить жизнь, ману и вообще все. Сойдет. Антидот. Я зря его делал. Метательные ножики не нужны, патроны не нужны, мясо всякое не очень нужно. Так что, в принципе, все. И это конец игры. Обычная концовка. Ну и я ее запущу, покажу. И после этого я загружусь и буду другую концовку показывать. Ну, пытаться показывать. Пока что... Работает ли квиксейв для этого? Сохранюсь на всякий случай так. Да, вроде работал квиксейв для этого. Ну. Надо вперед нажать, а не кликнуть по нему. Концовка номер раз. Ну, титры я пропущу. Наверное, да, пропущу. Я их не буду пропускать, когда будет концовка номер 2. Ну, в общем, теперь я могу загрузиться и... не пойти туда. Потому что у меня есть еще 4 камня, с которыми можно еще что-нибудь сделать. И, возможно, это считается секретом. И если это считается секретом, то у меня есть все секреты также. Но, в любом случае, здесь мне делать больше нечего. Надо бы сделать побольше бутылок всего. Потому что я на это все потратил большую часть своих бутылок. Так что снова делать бутылки.
Нет, не это. Вот это. Так, 4 сюда. А, нет, надо было 3 сюда. Еще 2 сюда. Я думаю, 2 это недостаточно на этих двух персонажей. Надо, наверное, штуки по 4. Вот поэтому я всегда и везде экономил бутылки. Так, это бессмысленно. Это пусть будет. Тут скорости и щиты остались. Тут скорости и щиты не остались. И ярость, так что еще больше скорости. А, нет, вот так. А что там было с щитом? Вот это было с щитом, это нехорошо. А ярость? Ярость я могу, ярость это не проблема. Но правда она у меня еще есть. Ну ладно, для щита у меня есть вот эти вот кристаллы. Их у меня 3, и они дают тот же самый щит, только на всю команду сразу и на... Примерно такое же время, не уверен. Но все-таки. Но в любом случае, у меня теперь есть 4 камня. И это то, что важно. И я могу собрать еще один. Еще одну фиговину. И для этого мне нужно выйти из замка. Как там было вход в 5-й храм? Там, где 4 элемента наиболее сбалансированы? Да, это... Это лепрекон. Снова. Ну ладно, наиболее сбалансированные они вот здесь. И самое сбалансированное заклинание — это заклинание баланса. Это действительно последний секрет, так что... А, где статистика? Вот статистика. Где секреты? Вот секрет. 77 из 77, я нашел все секреты, ура. Я не нашел все предметы, но последний предмет дается за босса, наверное. Там, по-моему, даже 2 предмета дается. В общем, в итоге оно получается больше, чем там написано. Получается, типа там 18 из 17 или что-то типа того. И это фиговина баланса. Без баланса вселенная не может существовать. И вся фигня. Ну и телепорт назад. И что теперь? Теперь есть одна дверь, в которую я еще не входил на всей карте. И она расположена вот здесь вот, в хабе. Так что поехали в хаб. Очевидно. Так, хаб был вроде бы здесь, да. И теперь она открыта, потому что у меня есть это... Этот шарик. Тут кристалл. Ну... Ради сохранения, как минимум. И тут арена, на которой будет финальный босс. И она довольно интересна. Здесь есть шипы внизу. Если туда спрыгнуть, то они активируются. А тут есть еще шипы внизу. И тут есть еще несколько вещей. Эти вот фиговины, которые стреляют из стен. Тут тоже шипы. Ну, никаких секретов здесь, естественно, нет, и предметов здесь тоже никаких нет. А можно... Можно счетерить против совсем финального босса. Для этого нужно взять пушку. Или, возможно, что-нибудь типа какого-нибудь тяжелого оружия. В общем, нужно использовать атаку с нокбеком. В общем, смысл в том, что совсем финального босса можно скинуть на шипы, он оттуда не может выбраться и умирает там. Но я этого делать не буду, потому что мне нечем в основном. И потому что это все равно довольно сложно. Так что я просто засуну вот эту вот фиговину сюда и посмотрю, что будет. Лови, чувак. Черт. Он успел убежать. Ну, это лепрекон. Это еще не финальный босс. Но я уже близок. Против него я бы не хотел использовать всякие... Он кидается электрическими бомбами. Но я могу включить электрощит. Это мне поможет. Против него я не хочу использовать всякие бутылки, потому что... Ау. Ау. Но придется.
потому что он не такой уж сложный. Но как минимум я не хочу против него использовать бутылки, которые что-то делают, кроме лечения. Лечиться, пожалуйста. Ну и ману пополнять. Но все эти вот эти вот спецбутылки я, пожалуй, оставлю на совсем финального босса. Они там нужнее. Ну и тем более он почти мертв. У него там еще один удар этим молотком метеоритным. Готово. Ну и, естественно, это был этот чувак. Теперь мне нужно убивать его, и его убивать сложно. Совсем сложно. Так, щит. Ты вылечись. Ты тоже вылечись. И ты тоже вылечись. И теперь вот уже все бутылки. А, этот включил щит. Я не помню, по-моему, его можно пробить уроном просто, но проще найти второго и убивать его, потому что он расстраивается в самом начале боя, его становится трое, и каждый получает урон. Вроде как. Этот вот не получает урон все еще, но это тот же самый. Также вроде как этот щит со временем проходит. А? Я ненавижу эту отталкивающую атаку. Не стоит стоять спиной к шипам, естественно. Нет, это не то, что я хочу скастовать. Телепортируйся сюда. Нет. Он не хочет. Окей. Что им там сломали всем? Окей, ноги не прокатят. Тело пофиг, а вот ноги не прокатят. Так. Ага, тритануло. Этот щит. Диспел, возможно, поможет. Никогда об этом не думал. Нет, диспел не поможет. Ну вот, я ему пробил щит. Так, дефенс и бутылка. Бутылка. Готов? Готов. И даже левелап. Ну, такой вот босс. Он довольно сложный. И без подготовки он особенно сложный. Я на нем несколько раз умер, когда я впервые проходил, потому что у меня не было такого количества бутылок, потому что я их намного более активно жрал в самой игре. И в итоге у меня были серьезные проблемы с тем, чтобы вообще лечиться здесь, потому что у меня там было на весь бой с этими двумя боссами. У меня было, по-моему, штук 10 всего на всю партию таких вот хилок. Ну, левелап не так уж важен, но, наверное, додж. И, наверное, крит. Итак, что он надропал? Надропал он свой посох. Плюс 50 энергии. Концентрация 2. Требуется. Ну, лучше, чем этот посох. Этот посох передавался между мастерами из поколения в поколение. Один из самых мощных артефактов. И все тому подобное. У него спецатака какая-то дезинтегрирование. Он дает мне больше маны, естественно. Окей. Кроме этого. Ключ, который открывает все золотые двери в игре. И он, ну то есть он как золотой ключ, только многоразовый. Возможно, он еще и обычные двери открывает, не уверен. И вот это вот письмо, которое мне совершенно влом переводить и читать. В общем, смысл в том, что эти мастера друг друга так выбирают. Этими всякими челленджами. И поскольку мы его победили, мы теперь стали новыми мастерами острова. И вся там подобная фигня. А воткнется ли сюда этот ключ? Куда я его делал вообще?
Это... Эти вот кнопки на стенах, ну, не кнопки, а замки. Это в первой фазе босс, когда он лепрекон, он их открывает, и они всякие ловушки активируют. Вроде бы здесь даже есть что-то, что врагов сумонит. Ну, в том плане, что открывает стены, за которыми враги. По-моему, что-то такое было, но я точно не помню, где и что. Так что, возможно, я ошибаюсь. Ну, в общем, да. Мне теперь нужно использовать этот ключ, чтобы открыть эту дверь. Золотой обычный не подойдет, естественно. Я даже не потратил ни одного синего кристалла, который лечит меня. Ну, оживляет и лечит всю партию. Так что все круто. Я хочу найти какого-нибудь врага и испытать на нем этот посох. Дайте врага. Под водой, конечно, враги есть, но я туда не хочу спрыгивать. Потому что там опасно. Не совсем понятно, нафига дают такой читерский посох после финального босса. То есть после него уже ничего остаться не должно, кроме поисков последней секретки там какой-нибудь. Но все-таки, ладно, мне... Я хочу, конечно, найти врага и попробовать на нем этот посох, но врагов нет, так что... Так что я не буду этого делать. Ну и по сути все, я нашел все секреты, я нашел все предметы, я нашел все... А, нет, не настройки, а статистика. 17 из 17. Странно, когда я в первый раз прошел, у меня было 18 из 17 эпичных предметов почему-то. Возможно, что-то типа такого вот я не подобрал где-то. То есть что-то, что заныкано за золотым ключом. Или, возможно, у меня баг был просто в первый раз, когда я играл. Я помню точно, что у меня было артефактов этих больше, чем тут написанный максимум. Но все остальное у меня по максимуму. 9 черепов — это максимум, сколько можно найти. А на всех уровнях я был. Ну, не все золотые ключи использовал, но пофиг. Все секреты, все камни, все сундуки выкопал. Ну и осталось только пойти к выходу и выйти, и посмотреть вторую концовку. Вторая концовка... Я все еще могу пойти и посмотреть первую концовку. Но вторая концовка здесь. Вот она. И чтобы ее открыть, нужен этот самый ключ, который я получил за финального босса. Ну и все. Опять же, нужно не кликнуть на нее, а нажать вперед. Ну окей, на этот раз я не буду пропускать титры, я оставлю их. Ну, в общем, все. Гримрок кончился. А, такая вот фигня. Игра, конечно, офигенная. Первый я немножко играл, мне первый совершенно не понравился, Гримрок, так что я не буду проходить первый. Я его даже играл после... Ну, я его играл и до второго, и после второго, и мне он там совершенно не понравился. Он похож, конечно, по геймплею, но он более линейный, он более в подземельях, и... Там скилловая классовая система другая, и, в принципе, там поначалу он мне не очень показался интересным. Так что да. Ну и, по сути, тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока!